Всем привет! Вы снова на канале «Любимая еда». Сегодня мы приготовим крабовый салат. Быстрый! Для этого нам понадобятся крабовые палочки, 2 яйца, 2 помидора, тертый сыр, 2 зубчика чеснока, майонез, ну и соль по вкусу. Так, что мы делаем сначала? Сначала мы режем крабовые палочки. Режем мы их на кружочки. Вот так вот режем крабовые палочки. Крабовые палочки мы порезали. Отправляем их в салатник. Теперь далее мы режем яйца. Я люблю отдельно резать белок, отдельно желток, потому что так, когда вместе они как-то раскрашиваются, все раскрашивается, так хоть кубиком режем, как обычно, мелким кубиком. Наши яйца порезаны, мы их тоже отправили в салатник. Теперь мы нарезаем помидор. Помидор мы нарезаем дольками. Вот это мы срезаем. Ну, можно не дольками, можно, как сказать, даже не дольками, таким вот крупным кубиком. Кому как нравится, хотите, дольками режьте. Мне больше нравится, когда кубиком. Удобнее есть. Вот таким вот крупным кубиком нарезаю. Вполне нормально. Наши помидоры порезаны. Добавляем, отправляем в салатник. Также туда же добавляем наш тертый сыр. И теперь чеснок. Его подавить через чеснодавилку, как она там называется. Но у меня ее сейчас нет. Я тру на мелкой терке. Вот такая у меня терочка мелкая. Я просто беру, вот так натираю. Можно на обычной терке, на большой, на самом мелком натереть. Примерно то же самое получается. Что выдавливать, что тереть. Чеснок готов. Выкладываем его также в салат. Наш тертый чеснок. Теперь мы все перемешиваем. Немножко подсаливаем. Ну, как обычно. И заправляем майонезом. Немножечко майонеза. Ну, не сильно так хватит. Перемешиваем. Вот и наш салатик быстрый, с крабовыми палочками, готов. Салатик очень вкусный, сытный, аппетитный. Еще раз повторю, что входит в ингредиенты салата. Крабовые палочки, одна упаковка, 2 яйца, 2 помидора, 2 зубчика чеснока, 150 грамм тертого сыра, соль, майонез. Надеюсь, мой салатик вам понравится. Готовится очень быстро, буквально 5-10 минут. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем до встречи. Пока!